Это просто перестановка как дубль, то есть по реквизиту. Вот сколько закладывать? Ну, то есть там тортик какой-то обновить. Вот, ну обычно тортики заранее не закладываются. Это не считается. То есть это просто там стоп, и они сразу прибегают со свежей булкой. Да, обычно говорят, нам нужно заранее перед всем, говорят, нам нужно там три дубля тортика. Вот, если все понимают, у нас есть три дубля, давайте. То есть они сразу же заранее готовят. То есть это сразу режиссер просто уже координирует на месте. Тратить время на актеров, на свет, тратить время на декорацию, так вот глобально тратить время, то это надо учитывать. А все остальное, оно быстро.